Белая медведица Харчана в пятницу прибыла в северную столицу. По словам директора Ленинградского зоопарка, малышка хорошо перенесла переезд. Ну а во время подготовки к перелету выяснилось, что Харчана та еще сладкоежка. Ее заблаговременно начали приучать к клетке, в которой ей предстояло провести время в пути. Для этого в клетку клали разные сладости, мороженое и шоколадки. Таким образом, медведица без стресса привыкла к ящику. Адаптацию в Петербурге медвежонок переносит хорошо. Об этом рассказала также директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба. Спасибо зоопарку «Ортодоиду». Они все хорошо сделали. Там прекрасно прыгает на свой домик. Ночью встать ушла в берложку. Не знаю, по-моему, все хорошо. Пока ночью переживали. Я скажу, я так и нервничалась просто вообще. И игрушку сразу ей отдали. А скучает она или нет, этого не видно. Она не пищит, не мявкает, ничего такого не говорит. Но вес оказался у нее побуличный. Полагали, заявляли. А, она 137 килограмм. Но с виду так не кажется. Сначала подумала, ну ничего себе, сейчас приедет тут такой шарик.